Я смотрю на Москву через призму поэзии, призму музыки, призму любви. А я решила посмотреть на Москву через призму православия. Матрона Московская. Москва, Покровский монастырь, Матрона. Святые мощи и ковер цветов. Не приносите мне две розы и пиона, ведь я же вами ж вами и не жду даров. Несите лишь свою любовь и веру, мольбы к стопам Всевышнего сложу. Кто потерял, страдающий без меры, утешу, исцелю, оплачу, подскажу. Слепа, умом мудрец, душой ребенок, всю жизнь ты прожила среди чужих тебе и врачевала, и пророчеств в глаз был звонок. Твой дом давно в сердцах простых людей. Хворает мать, у сына в школе двойки, и с мужем не лады. Так много просьб и жалоб накопилось, так нестойки, устали ноги, под платком мороз. Стою. На Украине гибнут люди, война в умах и на твоей земле, Матрона, вразуми их. Знаю, будет воистину, как я пишу тебе, на том листке, где просьбы изначально начертаны, все выверено в срок. Кладу на гроб цветок печальный, на перепутье сорванный дорог, желание и долг перед людьми и Богом. И комкую листок напрасной суеты в молении единственным и строгом. Не так, как я хочу, Господь, но так, как хочешь ты. И еще одно стихотворение, духовная лирика, недавнее совсем. Когда предстану перед Богом и спросит жена, где твой храм, отвечу, что к нему дорога вела по терниям, шипам, и что венец ее итога, как есть, и праведен, и чист, таких, как я, в России много. Суть православный атеист. Гордыню, может быть, узрели бы в этих строках. В руки флаг. В сражении нам не на постели обрести Эдем. Таков зигзаг. Спасибо. Лена! Максим! Ты чувствуешь, что ты